Всем привет. Голос что-то пропал. Сегодня у нас 23 марта. Погода, видите, смотрите, какие хлопья падают. Прям хлопья здоровые такие. Зима никак не распрощается с нами. Так, здесь у нас плюс один. Плюс один. Ну. Добрый день всем. Сегодня 23 число. Сегодня прям плюс. Плюс три. Вода, вода везде. Проталинки немножко. А вот вчера с мужем разговаривала. Он у меня в Когалыме сейчас. Он сказал, за столько лет работы. Он с 86 года работает там. Первый раз была такая погода, как вчера у них. Мело, говорит, на полметра ничего не видно было. Все дороги занесло. И видео я вчера в Одноклассниках кто-то выложил. Вахтовики, наверное, снимали себя. Ой, это ужасно. Такая была метель, страх божий. Ну вот сейчас пришла я от дочери. Зашла в магазин, сделала покупочки продуктовые. Хочу показать вам. Взошли у меня вот в этой вот, в ламинатной подложке, томаты. Вот, я их сажала там на туалетную бумагу. Вот проклюнулись так вот. Здесь вот что-то семечко одно. Как его снять-то? В общем, оторвала вместе с башкой, я так понимаю. Ну, понятно. Вот, это томатики вылезли. И вот опять такой же. Что мне делать с ним? Это посмотреть, что надо размочить, что ли? Ой, аккуратно сниму, потом попробую. А это базилик. По методу Юли Меняевой, вот на тряпочку. Вот, на тряпочке все зашло. И вот я так присыпаю, и они дальше вот так вот вылазят, вылазят. Присыпаю. Так, внучок мой подпростыл, кашляет, соплище. Я говорю, не знаю, завтра в школу-то пойдет, нет. Дай бог бы, легко перенес. Тут у бедного мальчишки свободной пары не бывает. Вот базилик так. Сейчас я его из пульверизатора тоже полью немножко. Завтра, наверное, еще подсыплю земле. Сегодня еще пускай повылазит. Побольше. Сегодня увидела в интернете, советует один садовод удобрять вот такие вот растения перекисью водорода. Неполная столовая ложка на пол-литра воды. И раз там в неделю можно даже опрыснуть комнатные растения, подкормить их как бы. Перекись интересная вообще. Соединение такое химическое. Что там такого необычного? Говорят, и растения прям сразу прям начинают цвести хорошо. Ну, посмотрим, попробую. Вот так вот. Сейчас вам покажу свои покупочки. Вот мои покупочки. Зашла я в магазин. Сейчас быстренько пробежимся по ценам. Потому что спросила я, в комментариях мне написали девчонки, что хотят все-таки, чтобы я озвучивала цены. Я думала, может быть, это никому не интересно, но оказывается, интересно, раз людям интересно, я озвучу. Так, вот индейка. Килограмм индейки у нас стоит 321 рубль. Вот, здесь у меня 612 грамм, почти на 200 рублей. Так, купила вот такой вот набор для Димочки, яички раскрашивать. Это вот с пищевыми красителями фломастеры, 100 рублей стоит. И это где-то 100 рублей трафарет. Это на яйцо наваренное сверху накладывается такой трафаретик. И вот можно разукрашивать. Вот здесь даже вот нарисовано, как это можно делать. Детское творчество, короче. Вот так вот это все.
все выглядит. Так, лук зеленый. Ну, увидела прям вот, только, видать, завернули, прям хорошенький. Так, килограмм стоит лука зеленого 264 рубля. Здесь на 36,96. Вот такие вот стаканчики взяла. Это я все беспокоюсь о рассаде. Буду пересаживать эти стаканчики. Так. Набор. 24 рубля стоит каждый вот набор из 6 стаканчиков. Потом грушевка, яблоки. 96 рублей за килограмм. Так, сыр купила. Вот сыр. Называется Ландбергольц. Вот, килограмм сыра стоит 567 рублей. Вот здесь на 205 рублей. Так, помидорки взяла. 4 штуки, написано Узбекистан. Вот купилась только на Узбекистан. 276 рублей за килограмм. Вот, взяла вот такие два батончика. Это для дочери, потому что, как сказать, голодать совсем нельзя, да, но на работе вот даже чай не разрешают им попить. Думаю, может быть, вот так вдруг сможет перекусить. Вот батончик стоит 25 рублей за каждый. Вот такие пакеты взяла для завтраков. Они узенькие, маленькие. Пакетики сколько стоят? Сейчас скажу. Пакетики Селеста 29 рублей. Так, взяла опять такую же вот икру сельди. Русское море. Уже вот до этого я пробовала. Прям понравилось мне очень. 89 рублей стоит баночка. Так, пельмени от Палыча с мясом и картофелем. И с мясом птицы. По 196 рублей каждая упаковка. И та. Ой, уже что-то это размораживается. Надо в морозилку быстрее. Потом взяла вместо колбасы вот такую штучку попробовать. Это заливные языки. Прям вот захотелось. Стоит 409 рублей килограмм. Здесь на 324 рубля. Так, киви. Киви, да. 57 рублей. За 4 штуки 150 рублей стоит килограмм. Так, крупа гречневая зеленая. Так, крупа. Гречка зеленая. Мистраль. 101 рубль. Хочу залить с вечера и завтра на завтрак покушать. Так, вот такое вот творожное зерно в сливках с черникой. Взяла одну баночку, потому что, смотрю, срок не очень-то там мне понравился. Так. Творог. 64 рубля вот за одну штуку. Авокадо. За авокадо отдала 168 рублей. Думаю, долежится, наверное, да, может-то. Ну, мягкое. Потом масло. И чалки 82. 82,5. 96 рублей. Профильтроли взяла вот такие со сливочным кремом. В прошлый раз покупала такие вкусные. Прям не смогла пройти мимо. Так, профильтроли. Угу. 127 рублей за коробочку. Средство для стирки Умка. Детская. Сейчас вот взяла, там кое-что простирнуть пока. Такой взяла. Не захотела брать порошок. Я уже чуть напугана с этим порошком. Попробую вот этим постирать. Так, гель для стирки 138 рублей. Ну, по-моему, про все рассказала. С каждым разом все дороже и дороже в магазин сходить. В общем, вот такие у меня покупочки. До встречи.